бензины, машины. Че там такой робот, там баржа. Че, их убрали, да, или че? Походу. Ну, должны были. X2 донат уже сняли сегодня ночью. Эксклюзивы тоже, наверное. Че, кто-нибудь что-нибудь купил, нет? Да там цены бешеные. Магазин средних авто, тачки эксклюзивы по 2 миллиона продаются. У кого деньги-то есть, те скупают, потом продают в два раза дороже. Я знаю человека, который купил X80 Proto за 11 лямов, и потом в группе через день вижу, как он продает ее за 10 миллионов.